кажется, просто увлажняющий крем. Ну, это такой есть. Который подходит вашей коже. Ну, не всем же подходит. Вот эта девочка написала, что я стрёмная, у которой стоит фотография Анджелины Джоли. Я сомневаюсь, что ты красавец, раз у тебя чужая фотография, поэтому ты можешь не смотреть. Я просто не понимаю, зачем... Заходите писать. Да, писать. Типа они питаются этим. Ты такая стрёмная, от того, что вы мне напишете, стрёмная я или красивая, что вам, ну, типа, будет за это, я не понимаю. Кайфуйте. Типа, знаешь, если я не написала, я написала. Конечно, хочу. У меня нет детей. Пока. Когда меня увидите, когда захотите. Конечно, знаю. Чем лучше всего смывать макияж? Мицелляркой. Да, мицелляркой. Какой уход для лица? Я сделаю обзор. У меня разные уходы, разные крема. У меня нет такого, что что-то одно. Какие религии знаешь? К чему вопрос? Знаю все, но верю в одну. Какие религии знаешь? Вы меня сейчас провоцируете? Это как вчера. Православие. Сейчас я в салоне. А если от мицеллярки появляются прыщи? Сменить мицеллярку. Да. Видео моего повседневного макияжа. А по-моему, в телеграм-канале я делала. У меня, кстати, есть телеграм-канал. Я, правда, туда не захожу, но видео есть моего мейкапа. Продукты на губах. Карандаш Dior 590. И обычный карандаш Dior, да, 593, по-моему. А здесь будет брать вот он. 593. 593 Christian Dior. А Bobby Brown это для бровей. А и вот этот. Где наращивала волосы? Вау, волосы. Только там, потому что они лучше них никого нет. На английского класса. Мне написали, что я пучеглаз. Представляете? Привет, пучеглаз. Бегущий в лабиринте смотрел. Вы есть где-нибудь помимо Инстаграма, ВКонтакте и в Инстаграм... Ой, в этом, в Фейсбуке. Картла драмефт квин. Я макияж снимаю... этим тоже мицелляркой, но иногда с маслом Том Форд этот, как его, ну да, для макияжа. Фото с видео отличается, ну конечно отличается, когда ты двигаешься. Или вы тем самым хотите укусить меня, что в жизни я не лучше и так далее. Конечно, каждый из нас пользуется фейстюном, все дела, чтобы там подправить себя. И так далее. Но я что-то сомневаюсь, что прям сильные отличия и так далее. Да, у меня теперь свои губы. Приятный голос. Спасибо. Спасибо. Губы свои, да. Крутой мой. Спасибо. А вы сделаете меня темнее немного? Сейчас еще ресницы будут. Да, класс. На шейк похоже. Вот лучший комплимент. Конечно. Спасибо. Да, надо налепить, чтобы на фотке было больше эффекта. Ты такая дерзкая, спасибо. Каким обычно пользуешься скульптором или бронзером? Скульптор я пользуюсь Том Форд, бронзер Лаура Мерсье. Любимое мужское имя?
Я должна сказать Владислав? Что? Нет, я никому не говорю, как его зовут. Спасибо. Ребята, эти вопросы, почему расстались и так далее, они не актуальны. Что-то новое, пожалуйста. Поэтому люблю смотреть на красивых. Прикольно. Гуслик, как ты? Я скучашки по тебе. Где ты вообще живешь, а? Котик сегодня поймал птичку. Представляете? Какая песня на репите в последнее время? Нравится... Что? Kanye West, да, I love it. Как этот Басков и Киркоров спели? Не уходи, постой, фанатка. Да. Сколько у них разница с Владом? 3 года, говорят. Нарощенные ресницы, люблю я или нет. Мне нравится, как они смотрятся. Но просто всегда так... Вот когда я наращиваю, мне очень лень ходить на коррекцию. И когда вот остаются по 2-3 реснички в разных этих, то тогда я психую и понимаю, что это не мое. А так, конечно, эффект очень крутой. Зрение у меня не очень хорошее. Привет! Дела хорошо у вас как? Рами, а можно гуще, да, сделать? Да, да, да. Хорошо. Училась. А вас-то Юлия Курманова. Вот у меня вопрос такой. Вас так интересует личная жизнь, что у меня было в прошлом? Влад общается или не общается? Ну, то есть к чему такие вопросы? Вы для чего интересуетесь? Личная жизнь, она на то и личная. Вы спросите что-то другое, например, про косметику или чем я занимаюсь и так далее. Зачем вас интересует? Кто с кем расстался, кто с кем встречался, кто с кем общается? Конечно, хорошая она. Очень хорошая. Левое или правое ухо колоть хрящ? Не знаю, у меня на правом ухе. Вот. Я потеряла, видите, да? Ринопластику, я не знаю. Вот моя сестра говорит, что очень хороший врач, но не надо, да? Ну вот я посоветую вам к Рыбакину сходить на консультацию. Белый шоколад. А если ты говоришь, кому я хочу? Да, я по профессии юрист. Чем я занимаюсь на данный момент? Крашусь, да, готовлюсь к съемке. Скоро у Влада, вот на днях уже буквально выйдет новая песня. Да, можно, пожалуйста. Работаю ли я? Конечно, работаю. Работаю. Сейчас спросите, кем? Как ты зарабатываешь? Зарабатываю съемки, контракты, рекламы и так далее. То есть не являюсь содержанкой, если вас это интересует. Да, вот. Как-то так. Линзы нет. Привет из Казахстана. Привет. А вот сейчас прям четко, да? Мне нравится. Бабулик хорошо. Она родила. Счастлива. Папулик, да, она в Тбилиси живет. Мне 26. Больно ли?
Нет, мне не больно. Сидишь на диете. Нет, я же сказала, что я ем Макдональдс. Бабуля, привет. Как дела? Привет. Тебе привет от Мэгги. А, ну еще я забыла сказать, что я и... у меня свой бренд одежды. Помнишь, вчера мы... Но я что-то это забросила немного. Нужно что-то новое. Ты не популярна, я популярнее тебя. Прикольно. Я как бы и не стремлюсь, если что. Можешь трубку телефон? Да. Любимые средства по уходу за лицом. Я сделаю обзор сегодня или завтра. 100%. Нет, меня не нарочно, это хвост прицепили. Вес какой? Я поправилась. Не знаю, нужно встать на весы. Ревнивая я в меру. Иногда похожа на шейк. Да, она мне это говорила, кстати. Да? Каждый день мне это говорит. Вы понимаете, как неудобно работать мастеру, пока вы сидите в прямом эфире? Мастеру удобно, потому что я тут оценила ее работу, показываю всем, наоборот, по-моему, нет? Видите, как она круто меня накрасила? Какая красивая. Просто. Какой блеск на губах? Какой блеск? Я не знаю, что вам просили для этого. Я же показала. Карандаш? Обычный, нет, блеск. А, да. Дёрзкий. Шея красотная, спасибо. Розовый. А, вот, это который с коллагеном, да? Типа он делает больше губы. Но это неправда. Просто их нужно выпячивать. Нет, я не следила за его творчеством. Как избавляетесь от прыщей? Я делаю чистку. Губы такие оставим или матовые сделаем? Губы такие или матовые? Погода так ужасная. Ну, у нее здесь глянец не матовый. У нее блеск на губах. Да, тоже. Там просто светлее. Короче, ладно, ребята, я пошла пока. У нее вообще на этой фото.